друзья, всем привет! Сегодня мы с Дарьей Кононухой будем исполнять в переходе песни. Это будет такой мини-концерт, это будет вызов, так называемый челлендж. Давайте посмотрим, что из этого получится. Вот можно заснять Дашу, вот она как бы у нас идет приготовление к съемке. Так как холостяк выделил ее еще при первой встрече. На Дарью же Тимур не сразу обратил внимание. Но когда эта юная девушка открылась, то сразу завоевала симпатию зрителей своей искренностью и мудростью не по годам. Конкуренция была очень жесткая, и все девочки были абсолютно достойными. Каждая из них была индивидуальностью, со своим ярким характером и со своей историей. Поэтому я, честно, не ожидала, что дойду до финала и тем более выиграю это шоу. А где же зажигательные песни? Мне нужны зажигательные песни. Подписываемся на канал, ставим палец вверх и буду очень рад, если вы напишите какой-нибудь комментарий. Спасибо. Всех обнял, поднял, заплакал.